Вітаю в ефірі студія «Репортер». Я Віталій Хеміх. Говоримо сьогодні про чергові досягнення студентів Одеської юридичної академії, зокрема студентів факультету політології, психології та соціології. В гостях у нас декан факультету, доктор політичних наук Денис Яклов. Вітаю. Добрий день. А Поліна Журевська, переможця Олімпіади соціології. Вітаю. Добрий день. А розкажіть про захід, який відбувався нещодавно, наскільки я розумію, відбувався в Одесі і відбувався в Одеській юридичній академії. Да, абсолютно правильно. Дело в том, что Министерство образования и науки Украины действительно на 3 года поручило нам проводить олимпиады по социологии. Но не только по социологии, еще по политологии. Вот первая такая олимпиада состоялась, она прошла. Это уже 2-й год мы принимали эту олимпиаду. Надо сказать, что благодаря усилиям президента Академии Сергея Васильевича Кивалова действительно у нас созданы все условия для качественной подготовки как социологов, так политологов и психологов. В чем это заключается? Прежде всего, прекрасно оборудованные компьютерные классы. К нам приехало более 60 участников из 27 университетов Украины, ведущих университетов. И каждый из них, конечно, был просто потрясен тем уровнем, который существует сегодня в материально-технической базе в юридической академии, потому что и за компьютерами они выполняли все тестовые задания, и первый, и второй тур. Конечно, они были восхищены теми условиями, в которых мы учимся и работаем. Это и библиотека, и зал редкой книги, и так далее, и тому подобное. У нас в каждом компьютере, в компьютерном доме юридической академии, в каждом компьютере установлена программа для обработки больших массивов данных, которая позволяет нам, вбивая и учить студентов работать с этой программой, и вбивать большие массивы данных по нашим там опросам социологическим, и в итоге получать тот результат самый объективный, самый качественный. Хочу еще сказать, что проводим олимпиаду 2-й год в юридической академии, и в прошлом году наша команда была в десятке сильнейших. То есть, хотя мы принимали все вузы, но юридическая академия не заняла ни одного призового места. И очень все было объективно и честно, точно так же, как в этом году. Но в этом году действительно у нас была очень сильная команда, мы готовились и показали вот именно такой результат. Блин, расскажите, пожалуйста, что входило в завдання олимпиады. Мы разумеем, что такие там олимпиада там, с мовы литературы, олимпиада с математики, олимпиада социологии. Что представляет собой? Ну, в первую очередь, это тестовые задания, которые являются, в принципе, основой любой другой олимпиады по любой дисциплине, что является, в принципе, основой и базой теоретических знаний любого студента. Вторая часть – это практическое задание. Мы составляли социологическое исследование. Мы получили одну тему. Тему вытягивали рандомно, то есть для всех это было большим сюрпризом. Для всех участников абсолютно. Тема попалась очень интересная – кибербуллинг как социальная проблема. Современная проблема. Кибербуллинг нуждался не только в анализе, но еще и в путях решения. Также важным моментом являлось составление анкеты для социологического опроса. В принципе, с одной стороны, кажется очевидным и логичным, какие вопросы должны состоять в анкете, с другой стороны, вопрос того, под какой призмой рассматривать эту проблему и как стоило бы акцентировать внимание, на каких конкретно проблемах одной большой глобальной проблемы, как кибербуллинг. Безусловно, тесты как бы содержали в себе и сложные, и легкие вопросы, как и любые другие тестовые задания. Есть те, которые заключаются в каких-то общих знаниях, есть те, которые заключаются в каких-то конкретных, либо ты знаешь, либо ты не знаешь. Методом исключения там не выберешь, не решишь. Вот. Но в общем могу сказать, что тесты были непростыми. Говорячи про практичне завдання, ви його виконали, так, наскільки я розумію? Да, ви розробили, виконали. Як виконали? Тема непроста, і першого зустрічного не спитаєш саме про цю проблему. Потрібно провести таке дослідження там, не на одну годину навіть. Я прошу прощення, я просто хотів додати, що дійсно було предложено кілька тем, і потім один з учасників просто витягував одну тему для всіх. Як на екзамен? Да, оказалось, що це кібербулінг, і члени журі, кандидаты наук, доктора наук, немножко мы удивились, конечно, как же они справятся с такой темой. Но молодое поколение, они это все знают, они в этом разбираются, и мы даже удивились, что они нам сказали: о, отличная тема, прекрасно, спасибо большое за такую тему, мы сейчас тут все напишем. Поэтому я думаю, что это не вызвало каких-то затруднений, да, сегодня, тем более кибербуллинг. Так, про алгоритм, да, расскажи, да. Пожалуйста, цикал. Хотелось бы немного добавить по поводу впечатлений студентов из других вузов, которые, говоря о том, под каким впечатлением они от выбранной темы, от той темы, которую мы получили, говорили, мы, когда ехали в Одессу, точно знали, что вариант обсуждения буллинга будет присутствовать в любом случае.
как бы достаточно интересно, потому как проблема очень актуальная, и в любом случае мы все молодое поколение, мы сидим в интернете, мы понимаем, что это такое, мы во многом видим это в тех же одесских пабликах, мы наблюдаем примеры того, как это происходит, плюс имеем возможность посмотреть на тех детей, которые, к сожалению, попали под такую волну и под такое нехорошее влияние, что, собственно, влияет на их формирование, на их жизнь и во многом как бы является очень ключевым моментом. Я считаю, что эта тема должна быть актуальной в наше время в любом случае, потому как оно есть, и, к сожалению, пока никакого четкого решения в этом никто не нашел. Мы продолжаем с ним сталкиваться. Есть дети, которые страдают от этого, есть дети, которые являются инициаторами такой проблемы, такого явления социального. Какие питания в анкетах ставили, например, вот декілька питань? Я постаралась максимально составить анкету так, чтобы можно было обратить ее как к детям, так и к их родителям и близкому окружению. Потому как я считаю, что ограничиваться только исследованием именно в детях, именно в этом поколении, не очень разумно, потому как только взрослые люди могут регулировать, контролировать и заниматься решением этой проблемы. Все мои вопросы стояли в том, чтобы в них можно было вместить обе ключевые такие вот основы. Это и дети, и родители. Понятное дело, что основным вопросом, как бы буквально первым или вторым по порядку, был тот, встречались ли вы с этим конкретно. Плюс были разные варианты ответа, в которых можно было указать либо один, либо два, либо три. То есть первый вариант ответа, например, «Да, я знаю, что это такое, что-то об этом слышал». Второй вариант ответа – это «Да, я об этом слышал, и я сам с этим сталкивался». То есть вариант того, что если это ребенок, «Да, я с этим сталкивался лично». Если это взрослый, то он, например, его дети были или инициаторами, либо детьми, которые попали под влияние такого явления. Это было такое взрослое исследование, или это была модель исследования? Это были реальные какие-то цифры? Можно было их? Я считаю, что такое исследование вполне можно воплотить в жизнь, если конкретно заняться именно решением этой проблемы. Ось це саме таке питання до вас, Денисе. Якщо дати можливість студентам реалізувати такі складні, такі життєві важливі питання, потім результати можна десь побачити навіть в відомих засобах масової інформації. Абсолютно, абсолютно правильно. И действительно, хочу сказать, что в Национальном университете Одесская юридическая академия на факультете психологии, политологии и социологии благодаря инициативе Сергея Васильевича Кивалова была создана еще 8 лет назад, была создана лаборатория социологических исследований, где студенты уже с первого курса, мы как раз их и приучаем к тому, что они принимают участие в таких масштабных социологических исследованиях. У нас эта лаборатория имеет статус учебной лаборатории, то есть мы сопровождаем исследования наших коллег, кандидатов наук, докторов наук, и раскрываем, знаете, теоретические темы раскрываем через практические исследования. Это ведь очень важно. И очень важно, что студенты с первого курса уже у нас учатся, именно понимая, что социология, политология, психология – это не просто теория, оторванная от реальности. Это абсолютно прикладные науки, которые сегодня используются, ну, буквально ежедневно. И в совершенно разных сферах. Вот только что прошли выборы, прошла избирательная кампания. Понятно, что без социологов, без политологов, без политической психологии невозможно себе представить не просто победу того или иного кандидата, а даже сам ход избирательной кампании. И социологи очень большой вклад вносят и в развитие искусства, потому что есть социология искусства, есть социология спорта. Везде, где есть социальные отношения, то есть везде есть, где есть группа людей, а мы говорим, есть еще общество, да, социум в целом, то здесь как раз социология очень важна. Говорят, социология – наука 21-го столетия. Поэтому это действительно так, и именно в юридической академии она развивается именно так. Щодо виборчої кампанії, хочу спитати вас, Денисе, мені здалося, що на якомусь етапі цієї кампанії соціологи стали, ну, не те, що погано таке вислів, там, маніпулювати. Ось людина бачить, ось конкретні цифри, не піду на вибори, вже все вирішено. Ну, я не кажу, що добре чи погано, але така важлива функція, яка керує людиною, це теж ми повинні відмітити, що така функція є у соціології. Це така важлива функція. Да, ви знаєте, я там теж ми йшли, обсуждали з Поліною, і думаю, Нера без питання о виборах не обійдеться сьогоднішній ефір. І действительно, это очень, очень важно и актуально, хотя у нас, например, из 5 предложенных тем мы все-таки вопрос выборов мы обошли стороной, обошли, можно сказать, вниманием. Что касается избирательной кампании нынешней, то, конечно, есть такое понятие «штабная социология». Но я не считаю, что это социология. Если социология выступает, вот то, о чем вы сказали, в качестве одной из
политических, избирательных, предвыборных технологий, то это все что угодно, но это не имеет никакого отношения к социологии как к науке. И называть это социологией, называйте как хотите, манипуляция, там, нечестная, там, как хотите, журналистика или там, черные технологии политические, это не социология. Есть социологические фирмы, социологические службы, которые с первого дня кампании показывали объективный результат, но это же не значит, что общественное мнение не меняется. Конечно, в ходе кампании оно меняется. И как раз качественная, хорошая социология, она показывает изменения, показывает тенденции изменения в общественном мнении, даже если ошибается в десятых, в сотых или в процентах. Даже если ошибаюсь. Я кажу саме про те, що професіональне дослідження було проведено, є цифри, які можна довіряти, і людина, яка пасивний виборець, називаємо так, бачить, ну я вже нічого не зміню, подякую соціологам. Да, другое дело, що люди чаще всего не видять разницы между заказным этим исследованием, между технологией и между реальными социологическими данными, хорошими, правильными социологическими данными. И здесь предмет манипуляции. Но здесь наша задача и экспертов, и журналистов, и социологов вместе говорить именно о том, что есть фирмы, которые занимаются хорошей социологией, а есть некачественные социологические службы. Наша задача была, вот когда мы проводили Олимпиаду, наша задача была в том, чтобы собрать здесь весь цвет профессуры социологической. Надо сказать, что у нас в жюри и в апелляционной комиссии были представители всех ведущих университетов страны. А главой жюри была глава Южноукраинского отделения Социологической ассоциации Украины, доктор социологических наук, профессор Елена Васильевна Лисиенко. Она представляет педагогический университет. Да. Глава апелляционной комиссии Наталья Владимировна Ковалиска. Она представляла Львовский национальный университет. И вот таким образом все социологи, все ведущие социологи приехали в Одессу. И это тоже было, вот и избирательные технологии, и наша позиция на выборах. Это тоже была темой наших обсуждений того, что мы смотрим все время в будущее. Социология, наука 21-го столетия. Поліно, я повертаюся до успіху на Олімпіаді. Таке питання, напевно, вам вже не раз ставили це питання. Чому такий саме вибір спеціальності? Ну, ми бачимо, чому, тому що є вже хист до цього, є успіхи певні, але все ж таки, Денис Яковлев каже, що це наука майбутнього. Ви бачите себе в соціології там, за 3-4 роки? Открою небольшой секрет. Это была олимпиада по социологии как дисциплине. Да. То есть это было для всех других специальностей, физики, химики, политологи, психологи, юристы, которые изучают социологию в качестве предмета изучения. И это очень важно, потому что все мы живем в обществе, и каждый специалист, он не будет полноценным специалистом в своей сфере без элементарных знаний, пониманий общественных связей, социальных отношений. Полина – политолог. Да. Так, все ж таки, но политология, социология – это такие прямі паралельні, я все ж таки, які досить таки близько йдуть. Яке ваше майбутнє в цьому напрямку? Ну, в первую очередь хочу сказать, что Денис Викторович абсолютно прав по поводу того, что было много представителей разных городов Украины, и в чем, собственно, самая истина социологии, в том, что она действительно объединяет. Во многом мы можем расходиться во мнениях, но социология всегда продолжает нас объединять, приводить нас к общим знаменателям, к общим целям, и это помогает нам реализовывать то, что мы имеем на сегодняшний день. В любом случае это касается нашей повседневной жизни, нашей политики и всего прочего. Вижу ли я себя конкретно в социологии? Отчасти это является частичкой моего как бы профильного образования политологии, потому как споры взаимоотношений социологии и политологии – это как спорить, кто был первым, яйцо или курица. Вот, поэтому по большей части это одно из основных моих профильных таких, одна из профильных дисциплин, которыми я интересуюсь, которые являются для меня полезными, которые ведут меня в мое будущее и помогают мне обрести ту профессию, которой я хочу заниматься на протяжении всей своей жизни. Сама по себе социология является полезной не только в профильных знаниях, в обучении, но и в принципе как для человека чисто по жизни. Поэтому абсолютно правильно Денис Викторович говорит о том, что это должны знать все, и физики, и математики, и химики, и биологи, и психологи, абсолютно все. Это очень важный элемент вообще нашей жизни в принципе. Так, я хотел просто сказать, что вот победителей хочу назвать. Вот понятно, что Полина заняла первое место, она стала победителем, хотя это было достаточно тяжело. Можно расскажу секрет, что два раза она падала в обморок во время выполнения заданий.
и уже действительно все собрались, и вся комиссия, весь состав жюри наблюдали, как она заполняет тесты, сидя за компьютером, потому что сказалась напряженнейшая подготовка к этой Олимпиаде. И, наверное, это не очень хорошо, но именно такая цена была для нее, цена победы. Но она собралась, она умничка собралась и в итоге показала не только блестящее знание, но и волю к победе. И заняла первое место. Удивленные члены жюри стояли за ее спиной и смотрели, как она отвечает каждый практический вопрос правильно. Поэтому я думаю, что здесь оно все было объективно, честно. И только через такую волю к победе ей удалось занять первое место. Среди призеров. Южно-Украинский национальный педагогический университет имени Ушинского, Национальный университет Одесская морская академия, Харьковский национальный университет имени Каразина, Киевский национальный торгово-экономический университет, Технический университет Украины, Политехнический институт имени Сикорского, Запорожский национальный университет, Львовский национальный университет имени Ивана Франка. Ну, а первое место заняла команда Национального університету Одеської юридичної академії. Поки я попрошу Поліну взяти диплом і показати, що в нагороду було отримано. Наостанок, Денис Вікторович, про умови ще є хвилина розказати, що це не випадковість, що це закономірний успіх, тому що умови, які є на факультеті, ну і вище загалом, сприяють цьому. Да, действительно, на факультете существует, мы осуществляем подготовку бакалавров и магистров по трем специальностям. Эти специальности очень взаимосвязаны. Почему? Мы говорим человек, общество, политика. Вот психология, социология и политология. И если вы не знаете один из элементов, одну из составляющих, вам будет сложно сделать свою успешную карьеру в любой сфере. Вот в нашем университете, в Национальном университете Одесской юридической академии, действительно созданы все условия для того, чтобы создавать успешные карьеры для юристов, психологов, политологов и социологов. И представителей, конечно, других специальностей. Надо сказать, что, вот, например, в качестве примера приведу. Например, вот Полина, она 2 года приходила и приглашали именно наших студентов. Она приходила в студию сюда, она здесь сидела, смотрела за программами, принимала в них активное участие. И вот сегодня она уже в студии, как победитель Олимпиады, как один из экспертов. И я думаю, что вот именно такая карьера, она под силу всем нашим студентам, потому что в Национальном университете Одесской юридической академии наши выпускающие кафедры, кафедра политической теории, кафедра социологии и психологии, кафедра философии, а это базовые знания, без которых невозможен сегодня специалист, то мы делаем все для того, чтобы вырастить не только хорошего специалиста, но и личность. Личность, способную к самообучению, к самосовершенствованию, способную ставить перед собой задачи и достигать их. Дякую, вітаю ще раз з перемогою, приходьте ще з гарними новинами. Залишайтесь на телеканалі «Репортер», бережіть себе, до наступних зустрічей в ефірі.